Мне нужно срочно что-то придумать, какое-то оправдание, почему я здесь. Итак, дети, добро пожаловать на первый урок выживания с Сашей Спилберг. Всем привет! Сегодня мы будем играть в The Forest, устрашающую игру, где нужно будет выживать в лесу. Кстати, ребята, хочу быстренько напомнить вам, что ровно через неделю я еду в мини-тур. 31 октября я еду в Рязань, 1 ноября во Владимир, 2 ноября в Иваново и 3 ноября в Кострому. Вся подробная информация в описании к этому видео. Очень вас всех жду! Поехали, детка-геймер! Я, короче, знаю, о чем эта игра. Вот мы летим на самолете, причем очень как-то медленно, среди облаков, вон что-то по телеку показывают, телепузиков. Что, почему ты нюхаешь мою подмышку, мальчик? И почему я мужчина? Дискриминация! Ой, это потому что я мужчина, мы падаем! Но я знаю, что мы должны были упасть. Мальчик, держись! Мы вместе с тобой спасем мир! Ты избранный, держись! Надеяться, что посадка была мягкой. Очнулись на полу. Впечатляюще. Что-то падает, о господи. Урод! Не забирай мальчика, ты что? Зачем он тебе? Он же избранный. Ой, фу! Господи, откуда столько крови? Столько крови может быть только если она у меня из головы течет, но я вроде пока жива. Сашина логика. Здрасте, я вижу женщину. Бедная женщина потеряла туфельку. Это Золушка. Я вот не пойму, она показывает знак PIS или у нее просто два пальца осталось? Простите, я буду говорить очень странные вещи. Как мне вообще этим пользоваться? Не надо бить стюардессу! Не надо! Она, кстати, не бьется. Она бессмертна! Она, небось, станет одной из этих зомби потом. Знаете, обычно в таких тележках дают вкусняшки. Давайте проверим. Отлично, она тоже не бьется. Я буду тупо все ломать и все бить, потому что я не умею брать. А, вот, все, поняла. Take E. Take E. Ух ты, да мы можем тут вообще весь самолет ограбить. Может, кто-нибудь заперся в туалете? Заметьте, туалет в самолете абсолютно целый, даже не тронутый. О, пятка пилота. Не часто можно увидеть пятку пилота. Такая грязная. Почему я ничего не могу отрезать? Так неинтересно. Ну, вообще, по-хорошему, если бы эта игра была реальной жизнью, я бы могла от зомби спрятаться в туалете. Мне нужно срочно что-то придумать, какое-то оправдание, почему я здесь. Итак, дети, добро пожаловать на первый урок выживания с Сашей Спилберг. Мне как-то даже страшно, может, мне вообще туда не спускаться? Ну что, прыгаем! Алоха, everybody! Меня зовут Саша! Я теперь буду с вами жить! Кролик, привет! Кролик! Кролик! Я очень люблю животных, но нам с вами придется кушать. Так что первый урок, нужно срочно кого-то зарезать. Ух ты. Не надо включать такую музыку. Ну не надо, ну пожалуйста. Давайте просто прыгнем в воду, нас там никто не тронет. Я рыбка! Ой. Первое правило, когда вы пытаетесь выжить в месте, которого даже нет на карте земли, притворитесь, что вы рыбка. Вот смотрите, как отлично получается. Меня пугает эта музыка. О, гром! Создаете романтичную атмосферу. Видимо, на этом острове я встречу свою любовь. Так, наверное, мне нужно строить какой-то дом, правильно? Искать еду, а я тут в озере плаваю. Молодец, Саша, всегда так делай. Чей-то чемодан? Как он тут оказался вообще? В километре от самолета? Может быть, там есть шестой айфон? Открылся, ничего себе. Так, что тут есть? Шестого айфона тут нет, зарядки тоже, понятно. Ребята, у меня тут еще такая проблема. Я, короче, не буду несколько недель выкладывать в Инстаграм фото, потому что я на необитаемом острове, и у меня нет тут интернета. Кролик! Стой, кролик, ты очень милый. Кролик, я должна тебя сожрать! Я даже не могу прицелиться в кролика, господи. Ай, да не дерево. Да что же ты, блин, убегаешь, зараза? Ну-ка, стой. Мне даже не нужно выживать, я просто умру от голода. Ладно, будем надеяться, что все будет хорошо. Ага, все, мне уже плохо, да? Отлично. И что же мне делать? Мне нужно срочно что-то съесть. Ой, уже темнеет. Я не хочу, чтобы темнело. Где мой самолет? Я потеряла самолет. Как мне забраться обратно в самолет, мои хорошие? Дети, у нас ЧП. Все, мы умрем, потому что нам негде прятаться. Ну, знаете что? У нас должна быть цель. Давайте построим лестницу. Отлично. Отойди. Поставим ее вот сюда. И что нам для этого нужно? Gather logs. Нам нужно теперь срубать деревья. Ну что, оно не режется? В чем дело? Сколько можно? Урок физики от Саши Спилберг. Дети, смотрите, в какую сторону падает дерево, иначе оно может вас задавить. А еще один урок физики. Когда вы рубите дерево, остается всего 3 кусочка. Супер. Может быть, мы успеем сделать лестницу до того, как придут зомби? Будет здорово, нас не сожрут, представляете? Здорово понимать, что тебя не сожрут. Блин, надо бы сделать маникюрчик, а то как-то неприлично. Вдруг тут какой-нибудь симпатичный зомби будет?
Ура, мы сделали это! Поздравляю! Теперь нас никто не сожрет! Мы теперь спокойно можем тут переждать. Почему по всему самолету валяется выпивка? Объясните мне, пожалуйста. Ну, ребят, я вам признаюсь честно, просто мне страшно, я не хочу выходить на волю. Но, видимо, мне придется это сделать. Нам нужно поесть и отдохнуть. Намек игры, что сейчас будет ночь, и на нас будут охотиться. Я видела вот поесть. Телефон! Ничего себе! Смотрите! Да это же Samsung! Не iPhone, заметьте! Он считает мои шаги? Серьезно? А как может быть на этом телефоне 600 шагов? Это пилот ходил кругами по самолету, потому что паниковал, и поэтому самолет упал. Или, может быть, он писал смс своей подружке, и поэтому самолет упал. Прям как девушка за рулем. Ну ладно, все, убирай. Где могу поспать? Все, понятно, понятно. То я должна построить эту штуку, иначе я не смогу заснуть. Только уже темнее, и это очень плохо. Ладно, поставим где-нибудь прямо у лестницы. Что нам нужно? Камушки. Собираем камушки! Ой-ой-ой! Как же я ненавижу, когда игра меня пугает. Я не знаю, как в этом можно спрятаться. Вот, наверное, самое ужасное это оказаться на таком острове и бояться темноты. Не надо темнеть. Я же слишком рада, чтобы темнеть! Ладно, ребята, я предлагаю залезть обратно в самолет. Залезай обратно в самолет, как мне страшно! Почему я не могу залезть в свой самолет, если я построила лестницу? Короче, осталось только ждать, пока меня сожрут. Это вдохновляет. Но я же только что могла залезть в самолет. Мы все умрем. Я ни хрена не вижу. Я боюсь темноты. Пожалуйста, дай мне залезть на борт. Уже музыка, я не могу. Ой, ничего себе. Я в воздухе! Я в воздухе! А они пытаются до меня допрыгнуть и не видят меня! Это судьба! Меня спас Бог! О боже! Здорово! Все, ребята, мы живы! Все, я поняла, да, вы пытаетесь меня напугать. А я выйду и покажу вам язык. Вы бегаете на четвереньках? Они похожи на голума из «Властелина колец». Так случайно получилось? Да я спаслась от них, ой, как их много. Давайте выпьем за это. Где там дуз? Ух ты, смотрите, у меня есть зажигалка. Ой, я, кажется, трясусь от страха. Самое ржачное, что игра все еще пытается меня напугать, хотя на улице уже почти утро. Смотрите, они с огнем. Господи, какие же вы уроды. Вы похожи на облезших готов, которые очень долго не загорали. Что, вы всех своих друзей позвали? Я знаю, это будет первый концерт Саши Спилберг. Поднимайте ваши зажигалки в воздух. Смотрите, как зрители рады. Они такие довольные. Что я несу? Я предлагаю пойти на прогулку. Потому что, когда ты знаешь, что ты выживешь, как-то становится скучно. Урок от Саши Спилберг. Никогда не ходите на прогулку в темном лесу. Ну, я же здесь не для того, чтобы вас учить, правильно? Никогда не повторяйте за мной. Ну что, на счет три. Раз, два, три. Передайте моей маме, что я люблю ее. Бежим! Я не могу бежать, потому что у меня недостаточно сил. Давайте в воду. Помните, я вам говорила, лучшая тактика, прячемся в воду. О, черт, что со мной? О, господи, где я? Я в раю, да? Я в их пещере. Я вижу свет в конце тоннеля. Да, все очень плохо. Они что, спят стоя? Так, нападаем резко. Прямо в попу. Ура! Мы его разрезали. Теперь собираем по кусочкам. Ой, извините, пожалуйста, не хотела вам мешать. Батончик, ух ты, нифига себе, у них тут целый шоколадный рай. Ну что, идем дальше. Осматриваемся в пещере врага. Батончик! В чем дело? Зажигалка, не подводи меня. Ай, где? Они где-то... Простите. Чувак, с тобой все в порядке? Ты зачем бегаешь кругами, а? Не смей! Не смей! Нет! Черт. Я не выжила ни дня! Весело, да? Зато собрала все шоколадки. Это уже достижение. Что, сначала, правда? Сначала? За что? Мне так хорошо все получалось. И мы снова сидим в самолете. Да, короче, начинаем все по новой, но уже в следующем летсплее. И будем по-настоящему выживать. А не так, как в этот раз. Всем пока, до следующего вторника.